Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге, в домашнем. Я сделала себе такую перчёску, разобрала все вещи с пляжа со вчерашнего, выложила видео, смонтировала его. Встала не так рано, но зато много чего успела, так что день у меня, можно сказать, продуктивный. Также почитала комментарии, которые вы пишете мне под влогом. И некоторые девчонки писали, что мы ожидали большего от этого влога. На самом деле, девочки, этот влог длился 37 минут, но, к сожалению, мне пришлось все это удалить, потому что во время съемок был ветер и ужасный звук. Поэтому мне пришлось все это удалить. Там были моменты, где мы плаваем, были моменты, где мы ныряем, как мы потом переодеваемся. Там очень интересные были, знаете, такие кабинки, как будто туалет в деревне разваливающийся. И я все это вам показывала, но, к сожалению, из-за ветра там ничего не было слышно, и мне пришлось все это удалить. Я как бы не учла эти моменты, надо было, наверное, брать петлячок или что-то придумать со звуком. Поэтому, к сожалению, так получилось, но в следующий раз я буду учитывать эти моменты, так как камера у меня новая, пока что вот все тонкости я не знаю. Вот, не ожидала, что так будет, но хоть что-то, вот что осталось, я все-таки решила выложить. Заказала себе луковые кольца, по-моему, 40 штук. Макдональдс. О, в каждой, по-моему, по 9. Как думаете, смогу все это съесть? Сниму для вас мукбанг. Как пахнет, это просто обалдеть. Сначала хотела наггетсы, а потом вспомнила, что с наггетсами подобное видео у меня уже было. Поэтому вот луковые кольца у меня здесь. Дома просто дохрена дел, но я решила пойти закупиться продуктами, потому что завтра или послезавтра, возможно, послезавтра приедет мама. Но обычно она всегда говорит, например, я через 3 дня приеду, но потом оказывается на следующий день бац, и мама сделала сюрприз, и она приехала. Поэтому надо купить домой немножко продуктов, чего нету, чтобы мама не пришла и не сказала, да вы голодали тут без меня. И заодно вас возьму с собой, сделаем закупку на неделю. Не знаю, опять буду покупать до хрена всего или только самое необходимое, но точно возьму курочку-гриль. Я не знаю, говорила я вам или нет, я иду вправо, потому что там никто к тебе не докапывается, можно снимать сколько хочешь. В общем, есть такая карточка, это 10% скидка прям на все. Если у вас дома есть пенсионеры, то обязательно сделайте и пользуйтесь такой возможностью. В месяц там, по-моему, лимит 200 манат. 10% на 200 манат. Я спускаюсь вниз, так неудобно в руках держать телефон, еще камеру, ключи, еще от лифта есть отдельный ключ, в общем, задолбаешься. Опять к нам кто-то присоединяется. Ветра нету и слава богу. Под прошлым влогом все спрашивали, сколько стоит отдохнуть на этом пляже и платили ли мы за каждого человека в отдельности. Кому интересно, отвечу всем на этот вопрос. На самом деле нет, ты там покупаешь, получается, беседку. И в этой беседке может быть сколько угодно человек на твое усмотрение. Нас было 5, да, по-моему? И это безлимитно, то есть это не на час, не на 2, а на весь день. Вы можете приехать утром и, например, уехать вечером совсем. Так что в этом плане это очень удобно. Сейчас я направляюсь в Браво, как я вам предварительно сказала. Закуплюсь продуктами, некоторые вещи для мукбанка мне нужны, новый коврик, например. Посмотрим, что интересного я там найду. Зашла в аптеку за лекарствами. Бабушка попросила. Здесь нашла вот такие вот красивые комплекты, стоят всего 13 манат. Есть еще вот такого цвета. И вот такой вот. Этот 8. Почти бесплатно. Какой красивый сочный купальник. Я свой тоже здесь брала. Интересно, сколько он стоит. Цена не указана. А, указано. 30 манат стоит. Здесь такие стразы. Прям вау. Смотрите, какая бомба сумка просто. Вот так вот смотрится сумка. Очень красиво. За 64 есть вот такая вот сумочка. Реплика, но очень качественная. Вот что я взяла померить.
Такое вот платье, просто оно мне, мне кажется, большое немножко в талии. Но взять можно, смотрится очень мило. Вот такое вот красивое платье, это я возьму. Материал качественный такой. Мне кажется, мне очень идет. Вот такой вот вариант. Этот, кстати, мне больше нравится. Уже голос пропал. По мне очень красиво. Кстати, вот так вот. Следующий вариант. Вот такое вот красивое платье. Но мне материал здесь не очень нравится. Фасончик красивый, а материал как-то не очень. Хочется что-то свободное на лето, на следующее. Вот это платье, оно мне большое. Вот так вот. Вот так красиво. Просто большое и слишком длинное. Ребят, я просто в бешенстве. Я меряю платье, вы видели, да? Я уже выбрала два платья, которые точно буду брать. И тут ко мне подходит одна из консультанток, и мне говорит, что нельзя у нас снимать. Я говорю, почему? То есть я снимаю не тебя, я снимаю не ваш магазин, не тебя отдельно, консультантку. Я снимаю себя в платье, тем более я покупаю два платья. Почему я не могу другие три снять? В общем, я в шоке, я даже не буду говорить вам название магазина, чтобы не делать им рекламу в лишний раз. Я просто оставила платье и ничего не купила. И больше в этот магазин заходить точно не собираюсь. Почему я не могу снять 4 платья, если я 2 из них покупаю? Просто снять себя в этих платьях. Я даже продавщице дала, что отложи эти платья, я их беру. Вот эти 2 я еще посмотрю. И когда я снимала уже последнее платье, и она такая мне, нельзя снимать, кто вам разрешил, туда-сюда. Как меня раздражает это в Азербайджане, честно, ужас прям. Вот так вот, короче. Хорошо, что на улице таких ограничений нету. Нет, в нормальных магазинах, в моллах такие вопросы не возникают. Но в таких вот сервисах, так скажем, магазинах такое есть, конечно. Поэтому нужно ходить по нормальным магазинам. Переходим на люкс, ребята. Как раз мы сейчас направляемся в хороший магазин. Продуктовый, правда, но все же. Надо закупиться продуктами. Я хочу купить курочку-гриль для мукбанга. Вот, а шопинг, что-то настроение испортилось, даже не хочу шопиться. Оставила все там, хотя одно платье вот это белое, мне очень понравилось. Но не беда, обойдемся и без него. Смотрите, какие красивые сережки здесь есть в Минесо, это просто прелесть. А еще вот такие вот. Такая красота, стоит 7 монат. Очень нежно. Как красиво. Такие стоят 12. Вот такая вот крутая кисточка есть в Минесо. Такая есть у Фати, она очень довольна ею. А как вам вот такое вот? По мне очень красиво. Надо сначала взять, попробовать, а потом, если понравится качество, взять целый набор. Есть еще такие светлые. Есть вот такие вот интересные сумочки. Я взяла такой малюсенький кошелечек. Покажу вам дома подробно. Много здесь всего интересного. Просто гляньте, что я нашла. Бомбочка для ванны. Стоит 5 монет. Прям под цвет ногтей. Ребят, как мне нравится Минесо. Начиная от консультантов, как будто их специально выбирают. Такие культурные. Я спросила, говорю, можно снимать? Сказали, да, конечно. Помогут, подскажут. Нету, знаете, навязчивости. В некоторых магазинах консультанты прям ходят за тобой и прям смотрят, украдешь ты что-то или нет. Здесь все максимально культурно. Если меня смотрит кто-то, кто работает в Минесо, вы реально крутые. И у вас что-то хочется покупать. Смотрите, какие крутые стаканчики. Правда, они пластмассовые, но смотрится очень даже ничего. Подносы прикольные. Просто они глубокие. Мне для мукбанга не пойдет. Мне надо, чтобы он был плоский. А то, что внутри, вам видно не будет. Есть еще такой красный. Красный вообще бомба. 4 моната всего стоит. Хотя он не очень глубокий.
кажется, одного и того же цвета, но это оранжевый, а это красный. Я, как всегда, зависаю на свечках. Ну, как это красиво, посмотрите. Такие 5 монат стоят, такие 3 с чем-то, 3,80, почти 4. Ну, не прелесть. Подушки тут на скидке всего 6 монат стоят. Ну, просто неохота таскать. Хотя подушки легкие, но все равно неохота. Выберем с мамой в следующий раз. А такие шорты 10 монат в Бравом. Есть такая расцветочка и вот такие вот вкусненькие. Этот, кстати, бальзам для губ я искала очень давно. Он стоит почти 6 монат. И здесь огромный выбор разных вкусов просто. Курочка-гриль закончилась, я не успела. И больше не будет. Так что без нее возвращаемся домой. Я шла сюда именно из-за курочки-гриль, а как раз-таки ее и нету. Даже не знаю, что брать. Смотрите, Дирол, сколько стоит в Браво. 39 копеек возьмем, да и побольше. Смотрите, какие аппетитные тортики здесь есть. Прям вау. Самое все вкусное. И в сердечке. Это, наверное, парни девушкам дарят на День Святого Валентина. Ну все, покупки сделаны. Они сделаны максимально неудачно. Я уже направляюсь домой. Так, что я купила? Вот такие вот огромные нектарины. Их я купила прям рядом с домом в магазине. Очень люблю нектарин. У нас, кстати, это называется тюксюшафталы, что означает персик без волос. Но теперь я научилась, оказывается, это нектарин. Купила зубную нить. Две такие вот вместе. Дирол, так как он стоил дешевле. Чокопай, будем мукбанг снимать. Кошелечек такой в Минисо. И еще такой парфюм, тоже из Минисо, сейчас попробуем. Ну все, мои хорошие, я дома, я уже протестировала этот аромат от Минисо. Я, честно, даже не планировала покупать себе аромат, но после впечатления от магазина одежды я зашла в магазин Минисо, и реально настолько культурный, настолько, знаете, этичные консультанты я реально нигде не видела. Я спросила, можно я буду снимать? Мне сказали, да, конечно. Я говорю, я хочу на камеру снять. Они такие, да-да-да, пожалуйста. То есть русскоязычные, культурные. Я не знаю, где их отбирают, но моя мечта, чтобы в каждом магазине в Азербайджане были такие же консультанты, как в Минисо. Уверена, что она владеет языком тел. Ульяна уверена, что она владеет языком тела. Я тут смотрю «Дом 2», и я поняла, что я очень проголодалась. Съела пару роллов. Да, я заказывала роллы. Подпольно, так скажем, ела. Будем, значит, делать чай. И вот эти вот булки, которые остались вчера с пляжа, мне жалко их выбрасывать. Наверное, сегодня как раз таки схомячу. А еще я разговаривала с мамочкой. Мама сказала, что завтра или послезавтра она приезжает. А значит, что? Завтра будем драить квартиру. Да, у меня просто столько дел. Настолько грязная квартира. Хотя целый день... Каждый день я что-то делаю, но все равно, как вы видите, результат плачевный. Поэтому завтра я хочу посвятить весь день именно уборке, встать пораньше. Наверное, завтра тоже буду снимать для вас влог. Прям каждый день теперь у меня влог, после того, как у меня появилась эта красавица, эта камера. Она просто потрясающая, мне просто хочется снимать. И, кстати, я тут в платье. Не подумайте, что я тут голая стою. Нет, 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 это платье. Булка, конечно, уже не первый свет. Но, как вы знаете, я не люблю выбрасывать хлеб. Знаете почему? Потому что это очень большой грех. А так как булка это тоже хлеб, это мучное изделие, поэтому все это съедим, ничего страшного. Вот, еще здесь у нас один нектарин, который я сейчас разрежу и вот сюда вот так вот разложу. Хотела кофе сделать, но потом подумала, что время уже 12. Куда сейчас кофе, потом заснуть не смогу, поэтому просто у нас здесь вот чай. Я уже умылась, налила себе горячий чаек в кружечке YouTube. Тут у нас нектарин. Почему-то в кадре он кажется зеленый, на самом деле нет, он желтый, причем ярко-желтый. И булочка. Я думаю, что такой легкий ужин в 12 часов ночи никак не повлияет на мою фигуру. Хотя я по этому поводу вообще не запариваюсь, если честно. Мне кажется, у меня все отлично, даже если я еще пару кило наберу.
ничего плохого не случится.